Сегодня в выпуске. Преснякова случайно проговорилась о серьезной болезни Пугачевой. Недавно Елена Преснякова дала интервью изданию «Стархит». Певица случайно раскрыла неприятную правду о состоянии Аллы Пугачевой. Отметим, что Примадонна всегда утверждает, что здорова, молода и полна сил. Артистка не афишировала, что у нее имеются проблемы со здоровьем. Оказывается, Алле Борисовне неоднократно делали шунтирование. Просто поизносилась и забилась сеточка сосудов, которая ведет к сердцу. Сделали шунтирование, укрепили. Алле такое делали не раз, проговорилась журналистам Преснякова. Напомним, что 23 декабря Пугачева и Галкин отметят десятилетие совместной жизни. Звездная пара сыграла свадьбу в 2011 году. Супруги воспитывают двоих общих детей, 8-летних Лизу и Гарри. Ради молодого мужа и маленьких детей Пугачева за последние годы кардинально преобразилась. Легенда эстрады существенно постройнела и стала выглядеть намного моложе своего возраста. А что вы думаете сами по этому поводу? Напишите, пожалуйста, свой комментарий под этим видео. Спасибо за просмотр и приятного вам дня!